Чем отличаются омега-3 и омега-6? На что они влияют в организме? В каких продуктах содержатся? В какой пропорции надо употреблять? Смотрите видео до конца и поймете, насколько важно правильно питаться. Употреблять те продукты, в которых скомпенсированы нужные нутриенты. Перед началом видео хотим с вами поздороваться и пригласить подписаться на канал, чтобы узнавать больше полезного для сохранения крепкого здоровья. Многие слышали и даже покупали добавки, содержащие омега-3 и омега-6. Но, наверное, не все знают, что это за вещества и для чего они нужны организму. Это полиненасыщенные жирные кислоты, без которых организм не может существовать. Они являются источником энергии, структурной составляющей клеточных мембран. Участвуют в процессе воспаления, оказывают воздействие на гладкую мускулатуру, влияют на иммунитет и жировой обмен. Чем отличаются омега-3 и омега-6? Омега-6 играет определенную роль в развитии воспаления, сужает сосуды, участвует в свертывании крови. Омега-3 является структурной единицей мембран нервных клеток и клеток сетчатки глаза. Эта жирная кислота участвует в завершении воспалительного процесса. Она разжижает кровь, уменьшает синтез холестерина, повышает иммунитет. На что эти жирные кислоты влияют в организме? Наличие в достаточном количестве и правильном соотношении этих необходимых ингредиентов питания влияет на организм следующим образом. Поддерживает внутриглазное давление, помогает укрепить сетчатку глаза, а значит оказывает положительное влияние на зрение. Помогает работать адекватно иммунитету, распознавать чужеродные антигены, продуцировать антитела. Служит для защиты и укрепления стенок сосудов, поддерживают тонус и гладкость внутренней оболочки, а ведь именно шероховатости на интиме, внутренней оболочке сосуда, способствует отложению холестерина. Укрепляет мембраны и оболочки всех клеток, что улучшает работу всех органов и систем. Стимулирует деление клеток, значит приводит к ускорению регенерации и омоложению. Позволяют поддерживать водный электролитный баланс, нормализуют процессы свертывания крови, не дают образовываться сгусткам и тромбам. Являются веществами, противостоящими онкологическим заболеваниям и аллергическим реакциям. Эти жирные кислоты позволяют работать нервной системе без сбоев, поскольку участвуют в проведении и распространении нервных импульсов. Что может происходить при их недостаточном количестве? Если не поступают в достаточном количестве омега-3 и омега-6, то проявляются следующие проблемы с состоянием здоровья. Возникают различные кожные заболевания, может быть дерматит и экзема, начинают выпадать волосы, слоятся ногти. Беспокоит боли в костях, мышцах и суставах. Не справляется полностью с работой печень, происходят нарушения в деятельности нервной системы. Нарушается репродуктивная функция, возможно, гормональная дисфункция. Часто развиваются воспалительные процессы, рецидивируют инфекции. В каких продуктах содержится? Для того, чтобы получать необходимое количество этих незаменимых жирных кислот, следует правильно питаться. Надо, чтобы на столе присутствовали морская рыба, другие морепродукты, растительные масла, яйца, зелень, фасоль, печень трески, орехи, бобовые. Употребление этих продуктов должно быть рациональным, поскольку избыток омега-3 и омега-6, особенно омега-6, могут привести к ухудшению общего состояния. При избытке омега-6 может развиться аллергический дерматит у беременной женщины, повысится тонус матки, возникнуть угроза выкидыша. Избыток омега-6 приводит к старению кожи. Именно поэтому следует соблюдать правильное соотношение этих жирных кислот. В какой пропорции их следует употреблять? Соотношение омега-3 к омега-6 должно быть в идеале 1 к 4, но допускаются от 1 к 1 до 1 к 10. Именно в таких пропорциях содержатся эти вещества в форели, грецких орехах, листовой зелени, шпинате, укропе, салате, сладком перце, белокочанной и цветной капусте, ягодах. Еще одним полезным продуктом являются семена льна. Употребление льняного масла, замоченных семян льна, полностью употребляет необходимое количество этих жирных кислот. Кроме того, семена льна нормализуют обмен веществ, очищают организм, улучшают состояние кожи и волос, положительно воздействуют на работу кишечника. Употребление по утрам каши из семян льна с добавлением фруктов – очень полезный завтрак, в котором сочетаются необходимые жирные кислоты с полезными углеводами, витаминами и минералами.
Для здоровья организма вредно получать как недостаток, так и избыток жирных кислот. Поэтому следите за своим питанием.